Всем привет, это Ольга Швец, это снова видео для меня. Это моя коллекция нюдовых палеток, она не очень большая, но зато очень многофункциональная. Итак, начнем от простого к сложному, я думаю, это будет логично. От совсем бюджетного к темам дороже и дороже. Ну и погнали, наши городских. Значит, это две палеточки от Catrice. Вот эту вот маленькую я, которая называется Smoky, я покупала с целью, чтобы у меня был такой travel size. Но что-то как-то отношения не сложились, и рука больше к ней не тянулась. Вот, не знаю, попробую еще раз, чтобы составить свое реальное мнение. Палеточка Absolute Nude, я ее не собираюсь выбрасывать, я ее использую на съемках для парней, то есть для фотосетов. Тени суховаты, набирается их очень мало. Я могу сравнить, значит, вот верхний у нас это оттенок вот из палетки Absolute Nude, а второй оттеночек, который очень хорошо и шелково набирается, это вот из, вот видите, да, Absolute Nude и вот Smoky, которая. Поэтому, девочки, кому нужна хорошая цветопередача, лучше берите такой travel size Smoky. А это вот серьезно, это лучше для парней. Здесь, конечно, есть шиммер, но не знаю, на фотосетах хочу. Я тут завала косметусы, я их разгребаю. Вов, вот такая палеточка. Это корейский бренд. Очень классные трендовые оттеночки. Очень мягкие, очень хорошо переносятся. Не знаю вообще, есть ли это сейчас в продаже. Говорят, где-то в Бурятии есть отдел Вов. Ну, в общем, классная палетка, расставаться пока не собираюсь. Пусть будет тоже такой travel size в косметичку. Значит, еще три продукта, которые могут претендовать на звание всяких разных. Также вот этот продукт, он вообще позиционируется как румяна, но он идет и как корректор, и как затемнение складки верхнего века. Здесь тоже хайлайтер и слегка красноватый подчеркивает мои зеленые глаза, это в личном пользовании, это от Ирмага подарок, это от Артвизажа подарок, а это от Саши подарок. Спасибо за подарки. Небольшое тоже такое открытие. Если вы погуглите, вы найдете сайт, который называется W7. Вот сейчас у W7 выходят палетки точно в таком же формате. Ну, я зашла в универмаг на Чайковского и на первом этаже, который прямо сразу напротив двери, я по 150 рублей две вот такие нюдовые палеточки нашла. Значит, эти цвета, вот эти цвета перекликаются, вот практически, вот это светлее чуть-чуть. Вот, здесь вот эта палетка полностью матовая, здесь два оттенка шиммерных и два матовых. Стоит 150 рублей, повторяю, если кто-то не расслышал. Значит, очень бюджетный вариант для тех, кто красится дома, потому что носить ее с собой нельзя, она большая. На работу в кейсе, если она будет летать, очень хрупкая упаковка, она очень тонкая. Вообще подборка цветов отличная, и советую обратить ваше внимание на эти тени, потому что если у вас нет возможности купить Naked либо Lorac, это будет такая бюджетная замена на все случаи жизни. Это палеточка от Avant-Scene. Она не вся как бы нюдовая, но здесь присутствует хайлайтер для складочки, такой сатиново-шиммерный оттенок и румяна. То есть, в принципе, если она у вас в косметичке, можно сделать
Любой макияж из минусов вы сами видите, тени пылят, и когда я пытаюсь протереть ее, ничего не получается. Получается то, что вы видите сейчас, а именно разводы на вот этой матовой, грубоватой поверхности. Но тем не менее, продукт хуже от этого не становится. Я пока пользуюсь, мне очень нравится, и поехали дальше. Здесь случайно совершенно забежали румяшки от Доктор Бауман. Они также суховаты. Здесь есть кисточка. Очень классный оттенок. Ну, так вот просто. Они здесь просто случайно попали, видимо, по какой-то ошибке. Значит, это тенюхи от Доктор Бауман. Они лежат рядом, они лежат в палетке от Just. Вот эти все оттенки, включая черный от Dr. Bauman, это оттеночек от Inglot. Если вам нужно перечислить, пожалуйста, скажите, я сделаю подробный обзор. И иногда я пользую их на акварельную базу от Just. Продукты чувствуют себя прекрасно в этой палетке. Палетка тоже чувствует себя прекрасно, хотя ей много лет. Итак, тоже нюдовые оттенки, как я называю, палетка для бровей, для блондинок, шатенок и брюнеток, это от Inglot. Она досталась мне в подарок, спасибо, Inglot. Ну, вот такая вот она, классная. Как-то так. Вот, эти рефилы можно заменять, ее можно бросать об пол, тени не разобьются. Я, кстати, бросала, проверяла. У меня даже был свидетель данной акции. Девочки, начинающие визажисты, кто ходит на ТФП, обратите внимание на Naked 20 для холодного цвета типа, вот на все случаи жизни палетка. Она, хотя вообще шла как для обычных женщин, но она... по качеству это практически вот знак равно с профессиональными продуктами. Чуть-чуть они пылят, но когда вы убираете эту крошку, разводов не остается. Оттенков очень много. Вот этот я перепрессовала, это уже другие тени моего сочинения. Вот этот я просто перепрессовала. И вот этот, по-моему, я перепрессовывала. Остальные все родные, как бы задействованы реже. Пигментацию... Ну, смотрите пигментацию, хотя я, по-моему, уже весь YouTube показал. Отличная пигментация, прекрасные тени, отличная палетка. Буду ли брать еще? Однозначно буду. Буду, да. Вот за Naked 2 большое спасибо YouTube, что она появилась в моей жизни, потому что если бы не YouTube, я бы даже и не знала. Лорак. Как-то изначально не сложились у нас отношения. Ну, потом вроде приноровилась, потому что в комплекте шла еще родная база. В моем случае база это как-то не работает. Сейчас я пыталась ее найти, но не нашла. И мы переходим к палеточкам, таким супер-пупер-вау. Это палетки от Ателье, для того, чтобы их показать. У меня всего минутка. Итак, это Т... 0,2, не буду переворачивать, тут у меня разбился оттенок, чтобы они опять не разлетелись. Т02, Т03, Т04, перепрессованы вот эти два оттенка, эти родные ательешные, и это почти в первозданном состоянии подаренная мне Т22. Кстати, в моем видео про креативные вы можете увидеть, я оставлю ссылочку вот тут. Вы сможете увидеть Т23 палетку, она очень яркая, и если вас интересует, как с ними лучше работать, если вас интересует мое мнение, либо обзоры, вы, пожалуйста, девочки, пишите, не стесняйтесь, всех люблю, целую, всем всего хорошего, пока!